интересная ситуация. Первый полуфинал — это Fresh Москва против Ульфа, Минск, Беларусь. Второй полуфинал — это Альберт, Минск, Беларусь, и Барс, Россия, Москва. То есть у нас может быть как интернациональный финал России, Беларусь, так и чисто белорусский финал, так и чисто российский. То есть, в принципе, как бы уже Россия и Беларусь в финале, поэтому мы пошумим для обоих этих стран, для нашей Россиюшки, для Москвы и для Минска, для Беларуси, потому что сегодня у нас дружба, жвачка. Дорогие друзья, Володя очень сильно просит, чтобы наверху показали, что вы живы. Вот. Если наверху есть жизнь, если жизнь на втором, третьем этаже, пожалуйста, дайте знать об этом. Ну что, Фреш, ты готов? Окей. Вульф, ты как, в порядке, Вульф? Настроен на победу? Фреш тоже настроен. Диджей тоже настроен дать жару. Наши судьи. Раз, два, три.